день, это Елена Терехова. Сегодня 12 июля, и мы на огороде, который создан искусственным путем. У нас два участка, поэтому я все время говорю, или маленький огородик, или участок, который создан искусственным путем, чтобы было понятно, где мы снимаем и что. Эту грядку мы в прошлом сезоне, в нее мы купили новую землю. Нам сказали, чернозем супер-пупер. Ну, ребята, разве это чернозем стоит? Стоило немалых денег. Но это просто какая-то болотная земля. На ней навсходило сорняков, каких только не было. И, в общем, перечислять это долго будет. Ну и вот лук, он вот так вот себя чувствует, хотя и был подкормлен. Маленький, но ничего, еще растет. Вот так вот эта грядочка выглядит. Здесь две грядки картофеля в коробах. Это все, весь огород у нас здесь в коробах выращиваем. Таким образом, от корней деревьев мы делали перестройку, огораживали вниз, постилали целлофан. Ну и вот в таких условиях у нас растут растения. Получаем неплохие урожаи. Всегда показываю. Так, здесь две грядки, значит, картофеля. Потом Евгений зайдет за угол, там тоже покажет картофель, какой у нас вырос. Две грядки обрезаны. Тут у нас помидоры. Почему такой неприглядный вид? У нас шторный сезон в этом году. Нас атаковали коты и атакуют. И мы всеми способами от них отгораживаемся. Здесь свекла. Пришлось ее накрыть, сделать дуги и накрыть агроволокном. Вот она там подрастает, просто не хочется сейчас снимать, показывать. Это грядка высокая, тоже высокая. И сделали здесь шторный период, такие шторки закрываем. Ну, для растений-то, конечно, это неплохо. Раньше мы целлофаном закрывали, а теперь тюль натягиваем. И как хорошо пригождается все, что было припасено для огорода. Может когда-то пригодиться. Вот оно и пригодилось. Растения дышат, ночью тепло, мы уезжаем, мы здесь не бываем вечером, поэтому все позакрывали и уехали. Здесь растут томаты, разные сорта, в основном сибирский сад. Сегодня я привезла от соседа по одолецу яблочки. Вот я их так режу. И не первый сезон я это делаю, как все время подкормка такая. Вот просто работа для рук. Наши руки не для скуки, для любви сердца. Вот, и таким способом я это дело укладываю. То, что прилетят мухи, это нам большой плюс. Они нам поопыляют наши томатики, потому что пчел нету. Нету пчел в городе. Вот, эта тепличка тоже томаты, они все попозже. Не... Тут все уложено картоном, потому что он забирался неизвестно как сюда. И тоже все застелили картоном, чтобы он не копал. Там, наверное, не один котик, а несколько приходят. И поэтому тоже вот так мы загораживаемся. Тут они еще полутени, такие хиленькие томатики. Но силу наберут, еще время есть. Они у нас всегда здесь поздние, позже посажены и поздние. Так, следующая грядка наша. Огурцы на вертикальной опоре. Сейчас на данный момент вот так выглядят. Мы их заплетаем. Усики убираю. И тоже сделаны шторы. Вот так. Посмотрите. Ну, подальше отойди, чтобы вид, общий вид был. Вот так. Чтобы ветром туда-сюда не колыхалось. Вот такие веревки здесь приспособлены, и с этой стороны закрываем. Ну, в общем, не буду копаться. Таким образом мы закрываем. Конечно, стало удобнее для нас, а от котов вот такая преграда. Огурцы посажены разные, здесь в основном мелкоплодные. Так, что у нас? Хит сезона есть. Плеть падает, мы ее туда раз и заправляем.
конечно, тут пособирала уже огурцы, но что-нибудь можно, может быть, можно сказать. Это разные такие маленькие. Здесь в основном вот такие огурчики. Так, буян, ну и еще там самые-самые-самые. Тут раз, два, три, четыре, четыре грядки. Лук, свекла и морковка. Но морковки в этом сезоне у нас не будет, потому что поработали котики. Все проредили, прорыхлили, пропололи и все прочее. Ужасно, конечно, это я так шуткой говорю, но и выкапывают лук. Вот. Даже раскидала свежий навоз, это их не отпугивает. Но, конечно, травить животных не хочется. У нас у самих дома два котика, мы их любим. Ну, а что делать? Дома у нас есть, а туалета для животных нет. И здесь тоже томаты под простым укрытием. Это я всегда показываю. Простые тоже, тут часть застелили картоном, и все это мы затягиваем ваткой и пленкой, чтобы граница была не нарушена. Здесь небольшие такие томаты, вот белый налив уже буреть начал. Потом мазарини наливается, яблонька России, такая маленькие, но у них всегда хорошие плодики, особенно консервировать хорошо. Вот яблонька России, все это у нас что, сибирский скороспелый, вот такой вот есть, и белый налив 241 вообще неудачный в этом, не знаю, может, у кого-то удачный, но здесь вот вообще ничего нету, вот такие огромные растения, а плоды где-то там наверху, что-то там непонятно будет или не будет. Все тут уже верхушки обрезаны. Ну вот такой белый налив 241. Разочарование. Ну, а в основном все нормально. И все хорошо. Вот отсюда еще покажи, с этой стороны огурцы. Развернись, чтобы понятно было, какая у нас конструкция. Нам она нравится. Супруг с сыном сделали. И мы уже пользуемся не один сезон. Огурцы на вертикальной опоре, это, конечно, классно. Всем советую. Ну вот, на этом обзор этого огорода все. До свидания, всем хороших урожаев.